Добрый день, мои друзья! Сегодня понедельник, 24 октября 2022 года. Осень наступила, и я решила помыть окна. Купила я вот такой мистер мускул. То есть, смотрите, вот таким образом и тряпочкой. И все. То есть легкое движение руки, стекла просто чистейшие. Вот. Вот здесь я уже помыла. И вот это окно помыла. Ну, в смысле, стекло. Вот. И смотрите, стекла просто чистейшие, прозрачные, да? Невероятности. То есть настолько легко. Я понимаю, что многие моют чаем, многие моют там различной содой, там, ну, различными средствами какими-то доморощенными. И говорят, что это дешевле. Да, это средство стоит недешево. Но я хочу сказать, что мне, например, очень нравится. Это настолько легко и просто. Потому что не говоря, что есть люди, которые моют окна раз в год, ну, два раза в год, допустим, или три там, допустим, осенью моют, в конце прям самые перед зимой, там все такое, потом уже не моют, потом моют весной и перед Пасхой, или еще, может быть, на день рождения, вот. Но настолько редко, я же мою часто окна. Естественно, зимой я уже снаружи, может быть, не буду мыть, смотря какая будет температура. Если плюсовая, то можно и зимой помыть. Бывает и зимой плюсовая температура. Вот. А внутри я мою постоянно. И вот это стекло, которое, вот эта вот часть окна, которая открывается, естественно, я открываю и мою в комнате, находясь. Поэтому, ну, что я могу сказать? Вот этого мистера мускула вот у меня ушло тут, ну, сколько тут ушло-то? Если мыть два раза в год весной и осенью, то я не знаю, на сколько лет хватит. Я сейчас посмотрю, сколько его срок годности. Так, 15 марта изготовлен. Так, срок годности. Что не указано. Так. Хранить при температуре от минус 5 до плюс 25. Так, так, так. Изготовлен 15.03.22. А сколько же он срок годности его? Ну, думаю, что много. А, срок годности 2 года. То есть, смотрите, на 2 года его, естественно, мне хватит. Я купила и на 2 года. Потому что я часто мою внутри. Внутри я часто мою. Вот, чтобы они... А летом я часто и снаружи мою. Я мою... То есть, я беру обычную швабру. У меня такая... И тряпку хорошо промываю. Лучше всего ее вначале промыть руками, а потом уже еще в машинке простирать. Ну, в смысле, всякие тряпки там и все такое вместе собрать и все это простирать в машинке. Вот. И уже чистой тряпочкой я мою стекла. Чистой сухой тряпочкой. То есть я мою вот этим вот мистером мускулом и чистой тряпочкой протираю. И все. Если я вот этой вот тряпочкой, вот у меня такая тряпочка, она, в принципе, для окон у меня эта тряпочка. То есть ее можно намочить и влажной тряпкой протереть. Окна, зеркала и все остальное. Там в буфете стекла. То есть стекол много в доме. И, ну, я сейчас сухой воспользовалась. Ее также можно стирать в стиральной машинке. Вот. То есть очень удобно. Раз, раз, все это самое промыл.
Вот пыль то же самое. Подоконник также ей можно протереть. И потом уже постирать в стиральной машинке. Некоторые люди еще берут швабру и на нее натягивают старый носок. В принципе, можно так. Если у вас грязная тряпка. Если у вас... Можно купить две тряпки, которые на швабру. То есть специальную тряпку для окон и специальную тряпку для пола. Ну, это уже смотрите, как вам удобнее. Но стекла просто чистейшие. Смотрите, какая красота.